К другим темам. Житель Городовиковска предстанет перед судом за насилие в отношении представителя власти и повторное управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Ранее мужчина имел непогашенную судимость за вождение в алкогольном опьянении. Несмотря на это, он снова сел за руль. Сотрудники ГИБДД попытались остановить злоумышленника, но он оказал сопротивление. Обвиняемый проигнорировал законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил свое дальнейшее движение. При попытке сотрудниками догнать автомобиль обвиняемого у одного из домов по улице Карла Маркса, мужчина совершил наезд на автомобиль сотрудников полиции, после чего был остановлен участковым уполномоченным полиции, который предпринял попытку достать ключ из замка зажигания через открытую водительскую дверь, чтобы заглушить двигатель. Однако мужчина продолжил дальнейшее движение задним ходом, в связи с чем сотрудник полиции двумя руками схватился за водительскую дверь автомобиля. Обвиняемый, продолжая движение по улице, протащил сотрудника полиции не менее 5 метров по улице. При этом по пути следования пытался скрыться от сотрудника полиции, отцепить руки последнего от двери, в результате чего последний упал, получив телесные повреждения.